Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И как вы знаете, я занимаюсь интернет-бизнесом. А в интернет-бизнесе, если вы хотите, чтобы у вас проходило все хорошо, значит, вам нужно быть самозанятым. Что это значит? Это значит то, что вы должны сделать так, чтобы у вас счет был и налоги отчислялись. Хотите, не хотите, в любом случае вы к этому придете. Если вы не хотите иметь проблем с государством, я вам вот предлагаю на такую версию заказать карту Рокетбанка. Она бесплатна. И вы можете здесь оформить счет самозанятого. То есть давайте перейдем и нажмем вот такую штуку «Самозанятым». Если вы фрилансер, печете тортики или фотографируете, станьте самозанятым. Мы сделаем удобный сервис для самозанятых без отчетности, онлайн-кассы, бухгалтерии, посещения налоговой. То есть люди вам будут зачислять деньги на счет, вы отмечаете те операции, которые пойдут на налоги, и автоматически с карты будет отчисляться налог. Все, к вам никаких вопросов. Если вы хотите заказать такую удобную карту, то присоединяйтесь. Ссылка на регистрацию под этим видео. Всем привет. Я уже эту карту заказал. Всем привет.